В Одинцовском округе продолжается реализация региональной программы «Народные тропы». В программу 2022 года включено 30 таких маршрутов. Один из них на улице Фасадная в Лесном городке в рамках партийного проекта «Городская среда» проинспектировал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета проверил качество выполненных работ и сообщил, что в следующем году тропу оборудуют освещением в соответствии с профильной программой «Светлый город».